Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград состоялась сегодня в Доме правительства. В Карамзинском зале собрались лучшие представители Ульяновской области. Я с огромным удовольствием приветствую вас и в вашем лице всех наших замечательных граждан. По традиции, в дни больших торжеств проводится награждение лучших из лучших. Тех, кто добился не просто хороших, а выдающихся успехов в своей профессии. Тех, кто отличился при выполнении служебного долга. Тех, кто проявил личное мужество. Награды Российской Федерации из рук губернатора получили 5 особо отличившихся жителей региона. Среди них почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением областного центра специализированных видов помощи Борису Волгаеву. Представьте себе, пациента привозят нам скорая в лежачем положении, да, не работает. Мы его быстро, в течение короткого периода пытаемся обследовать и провести операцию. То есть для них единственное спасение – это эндопротезирование сустава тазобедренного. Оперируем, и пациент уходит на своих ногах. Также 8 человек удостоены ведомственных наград федеральных органов исполнительной власти. Награды Ульяновской области и знаки губернатора получили 31 житель региона. Так, знаком губернатора за трудовую доблесть награждена заместитель директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями восхождения в селе Большие Ключищи. У нас был отток сразу, когда люди поняли, что они готовы давать только знания, а частичка своего сердца не каждый готов. Поэтому у нас остались самые доброжелательные, самые квалифицированные в этом плане. Правильно говорил Сухомлинский, что самое главное в работе с детьми – это любовь к детям. Остальное все уже не так важно. Да? Можно уже приобрести опыт, знания, нарастить свой профессионализм. Впервые состоялось вручение новой областной награды за развитие наставничества. Распоряжением губернатора за выдающийся личный вклад в развитие системы и многолетнюю плодотворную работу по воспитанию молодых рабочих на производстве посмертно ее удостоен Михаил Иванович Лимасов. Награду получил его сын. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.